Внешний вид парка вызвал недовольство руководителя города буквально с первых шагов. Мусор в урнах и вокруг не убран, и трава пробивается сквозь тротуарную плитку. Две лавочки для людей. Урн зато. Красивое же место, да? И я несколько раз ночью увидел, что здесь освещения нет совсем. Центральная аллея парка в запущенном состоянии. Здесь к месту поговорка, что чисто не там, где убирают, а где не ссорят. Но здесь и не убирали давно. Да и рост на клумбах одноименной аллеи должно быть явно больше. По всей видимости, розы же были еще, да? А выкопали, да? Ну, не, выкопали. Ну, мы должны что сделать? Подсадить. Подсадить, пополоть. Бросили заниматься чем? Ведь все это было. Удобно. Позиция сейчас какая? Все ждут, что же Сергеев сделает. Есть коммерческие объекты? Есть. Если их попросить, чтобы они каждое утро здесь убирали, согласятся? Мне кажется, да, потому что мы им идем навстречу по разным вопросам. Он и розы здесь будет. Подсадит. Он будет смотреть. Наше дело просто помогать, контролировать. Нет, никому не надо. Розы после цветения надо обрезать. Я не специалист, я не цветовод, но я знаю, что если их не обрезать, они превратятся в шиповник. Лавочки оказались в укромном уголке вдали от посторонних глаз. Чем и кто на них занимается, одному богу известно. Мэру вместо стратегического управления курортом приходится заниматься мелочами, указывая подчиненным на беспорядок, мусор и засохшие деревья. Сюда никто не заходил. Вы посмотрите, сколько окурков, посмотрите, неубранность вот эту всю и все-все-все остальное. Пойдемте назад, блядь. Розы повыкапывали, никто не подсаживал. У нас предпринимателей нет, с которыми мы могли договорные обязательства какие-то заключить и так далее. Значит, не читала сегодня заявление сейчас, через час мне на стол и все. А я вам начальника управления ЖКХ найду. Кроме вопросов по аллее роз, есть у мэра вопросы и к организации работы в управлении ЖКХ. А я заехал сегодня 11:30, вот они со мной были. Все на работе, все до единого по кабинетам. Один компьютер играет, другой книгу читает. А зачем им в город выходить? Они должны быть в городе, они должны бегать, прыгать, скакать, смотреть, где что бросить. Ну посмотрите, ну что это такое, а? Также стало известно, что уже практически поставлена точка в скандальной истории с отсыпкой русла реки Анапки строительным мусором. Судебный процесс выигран, кадастр на воде отменен. Осталось принять меры, чтобы захламляющий реку мусор был вывезен. Итог внепланового рейда главы города – увольнение начальника управления ЖКХ, а сотрудникам управления придется пересмотреть режим работы и больше следить за порядком на курорте. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа Регион.